видео. Или ты по WhatsApp голосовушками. Ты, кстати, прикольно выглядишь. А можешь прямо остановиться? Мне просто в другую сторону. Я с другом шел, и я посмотрю, ты очень классная какая-то в шляпе. Блин, ты вообще какая-то необычная, ну в хорошем смысле. Ну, не знаю, не похожа на остальных. Ты знаешь, есть какой-то стиль свой, какая-то изюминка. Ты похожа вообще на какую-то испанку, знаешь, с такими волосами, и это очень круто выглядит. И у тебя очень, блин, у тебя такое доброе лицо еще. А как тебя зовут? Лиза. Лиза? У меня почти так же, как у тебя, Коля. В плане? Да я шучу. Хорошо. Хорошо. А ты просто гуляешь одна? Офигеть. А где все мужики, поклонники? Печально. Не знаю, как бы ты очень крутая. Как бы я очень хорошо чувствую людей, но прям от тебя веет какой-то добротой. Не знаю, с тобой хочется стоять и общаться. Да, это очень я круто. Просто так неловко себя чувствую. А почему? Почему? А я какой-то дискомфорт вызвал. Ну я понимаю, я это наглая бородатая морда подошел и начал комплиментами закидывать. А то там. Ну я просто человек прямой, как бы, если мне хочется там сказать, что я просто, у меня настроение такое говно сегодня. Я встал утром и думаю, блин, нужно хотя бы кому-то что-то приятное сказать сегодня, чтобы у кого-то было хорошее. Ну хотя я сейчас стою, оно такое, блин, какое-то, не знаю, теплое ощущение какое-то. Это очень круто. Когда ты это, свободно бываешь? А сколько тебе лет? 20? Офигеть. Это прикольно. Нет, нормально. Не, ну я просто постарше тебя. Но это круто. Мне 25. Да. Да дело не в возрасте, дело, чтобы было приятно находиться друг с другом. Да. А ты где обитаешь? Ну ты с Питера? Да? Ну почти, я тут живу. Ну а ты в каком районе? Может, мы где-то рядом живем? Вообще в Купчино. Купчино? Офигеть, я только с Купчино недавно переехал. А где на Ярославах Гаш? Где там? Нет, подальше? Нет. А там есть, короче, в Балканском прикольный рестик этот. Панда или Парда, что-то такое, на четвертом этаже. Ну слушай, у меня, короче, идея. Можем сгонять, короче, ну не знаю, на следующих выходных, наверное. Посидеть там, чаю попить, пообщаться. Что-то говорю, у меня такое сегодня состояние, мне это, я себя некомфортно чувствую. Хотя, блин, можно было бы и сейчас, но я сейчас работаю просто. Да. Не хочется тебя отпускать. Просто хочешь стоять, болтать, слушать музыку. Это... Хочешь это? Я тоже. Это друга. Он дал подержать. А ты это, учишься? Я смотрю. У тебя еще такая майка необычная. Bad Habits. Это что такое Habits? Это мой бывший. Bad Habits, да. Типа плохой хобби или что? Ты найдешь перевод слова? Ты прям так волнуешься? Я не волнуюсь, просто мне странно. А, ну не часто знакомиться на улице? Вообще? Как бы, блин, а что странного в этом? Если понравился человек, подошел, просто поболтал. Даже если это ни к чему не приведет. Ну, просто хорошее настроение там друг другу подарить. А ты можешь прям успокоиться? Ты прям дрожишь, как этот банк. А я прям это... Это безопасно просто. Это... Ну, я кинестетик, то есть я чувствую людей по прикосновениям. Это очень крутая штука. Может быть, я тебя научу. Ну ладно, я тебя не буду это вгонять. Вот, давай я запишу твой номер и мы звонимся. Ну я понимаю тебя, то есть, ну это дискомфортно, особенно ты это добрая какая-то. А тут подошел бородатый дядька, привет. Сейчас я тебе дозвон сделаю. Нет, что-то не то. Давай заново. Нет. Блин, так приятно пахнет, что я тебе дозвон сделал.
Лизочка, сейчас мы будем это, прощаться с тобой. Тебе. Ну давай это, не как пацаны, а как этот парень. Ну ладно, это мы с тобой потом повнимаемся. Пока.